have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки и Мини-Метро. Поехали, ежедневный сначала глянем. Если там... О, там Лагос. Подождите. Но в Лагосе мы, по-моему, были. Ладно, поехали посмотрим. Обычный. Квадрат на острове. Ну да, ну конечно же, типа чё. Что могло пойти так? Квадрат на острове. На необитаемом. Ну, у нас вроде как... Ладно, тоннелей у нас пока что хватает. Тут прям много придется этого всего строить. Ну, посмотрим. Возьмем эту каточку для разминки, так скажем. Просто посмотрим, как она пойдет. Ну, здрасте, блин. 100-500 круглых станций опять. Может быть... Давайте я вторую линию запущу. Которая будет ее практически дублировать, да? Во, вот так вот сделаем. Почти кольцевую. Так у нас будут два поезда ходить по двум разным линиям. Гляньте, и всем нужно в квадрат. Треугольник. Давайте я здесь третью линию запущу. Все, три тоннеля мы потратим. Ах, погоди, их было 5 изначально. Крутяк. Блин, а на что мне... Это вам напоминает самолетик? Смотрите. Мне кажется, вполне. Похоже на некий такой самолет с желтым хвостом. Неплохо, неплохо. Ладно, придется ломать фигуру. Лишнего поезда у нас нет, но у нас уже воскресенье. Ну, локомотивчик. Сейчас надо вот, вот локомотивчик, да. И еще два тоннеля, да, спасибо. Этих много не бывает. Сейчас, мне кажется, да, слева за этим появится станция. Будет не очень хорошо. Но давайте мы туда желтую затянем. Если получится потом вот так вот ее вокруг обвести через что-то, то будет неплохо. Кто из вас тут астрономию, астрологию, погодите, астрология? Там, где созвездие, это же астрология, это не астрономия, да? Кто в это верит, короче? Офигеть, вот это все туннель? В общем, все это было похоже на созвездие. Давайте, если здесь вот появится слева еще одна станция, мы сюда потянем и избавимся от тоннелей. Будет вообще шоколадно. Давайте. Кажется, это офигенный выход. Я не в ту сторону говорил вам. Фиг с вами, золотые рыбки, давайте так. Ну, вроде, кстати, пока что справляются. Уникальная станция, да? Вот вы о чем. Ну.
Давайте вот так сделаем. Взял чисто квадратов, собрал оттуда, уехал. Так, локомотивчик, да. Вагончик, да, потому что, мне кажется, у нас скоро начнутся проблемы. А, вот у желтого, кстати, уже они начались. Давайте мы на желтую линию еще один локомотив закинем, потому что она, по-моему, уже слишком перетянута, эта желтая линия. Он может не справляться сейчас. Давайте... Хотя он и по синей, по красной тоже уже полные составы ходят. Надо их тоже как-то... Вторая квадратная станция. Ну, идеально же, да? Ну, идеально же. По-моему, мне нужна еще одна линия. Я даже немножечко себе так в голове представляю, куда я ее зацеплю. Сейчас посмотрим, что нам дадут в воскресенье. И мне кажется, нам вот этот вагончик как раз нужно желтому будет нацепить, чтобы он сейчас на обратном пути все это понасобирал. Оп, давай, 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 давай. Опа, красиво избавились от тоннеля. Пока что вытягиваем. Сейчас посмотрим. Но на желтую у нас нацепляется слишком много, и с этой стороны у нас больше нет ничего. Поэтому я же говорю, что неплохо было бы с этой стороны еще одну линию подцепить. Посмотреть, как оно будет работать все. Этот сейчас он двух треугольников захватит. Да, он всех не заберет. А, ладно. Вот чувак с гармошкой развозит просто по полной. Ну, в смысле, со вторым вагончиком. Локомотив, да? Знаете, я возьму линию. У меня пока еще хватает тоннелей. И я бы предпочел... Мне кажется, что вот так... Было бы правильно. И коричневый тоже сюда. Нормально, они всех сюда сгрузили на квадратную, поехали на крайнюю, и потом такие... А, да, кстати, давай так. Ну, сюда, наверное, только синюю, потому что я не хочу... У меня их 4, ну, уже, кстати, 3. Сейчас вот это вот по островам пойдут станции, и все, и начнется... И будет все крайне печально, мне кажется. Ну, вот видите, я же говорил же... Вот на синюю нужен еще один локомотивчик. Вот эти треугольные станции, ну их нафиг. Каждая по одному острову. Блин. Я первый, пожалуй, наверное, раз за все это время отказался от тоннелей. И меня моментально за это наказали. Так, сейчас, ладно. Что ж. У нас опять проблемы с квадратами. Их никто не хочет развозить. Не то, что проблема, они просто на центральных станциях очень быстро накапливаются. Мне пока что нечего даже поставить, чтобы потушить этот пожар. Синий сейчас разве что будет ехать в обратную сторону. У меня на красную даже второго локомотива нет, вот в чем проблема.
Да, два тоннеля и... На красный второй локомотив. Отлично. Этого мало. Мне нужны вагоны. А у нас тут получается... Ох ты ж ё. Треугольные станции, с которых теперь нужно кружков вывозить, а с кружков нужно вывозить квадраты. Идите нафиг. Ладно. Типа он отсюда всех забрал, а отсюда уже никого не может забрать. Красиво, да? Что он здесь транзитом идет? Не надо транзитом. Да ну нафиг просто. Ну вот он просто проезжает мимо и все. Да, этот с обратной стороны сейчас поедет. А он квадраты даже не заберет, потому что их в другую сторону забирать надо. Вот это забирает сюда все. Ладно. Ну, классно, у нас тут на крайний трындец. Не-не-не, так мы далеко не уедем. У нас просто явно недостаток подвижного состава. Смотрите, у нас сейчас станции 5-6 одновременно просто в нигде. А, переход, да, знаете, куда вы этот переход можете себе засунуть? Она мне не поможет ни хрена. А, вот это внизу сейчас тоже лопнет, хорошо. Я до нее даже не успею доехать, потому что он тут загружается. А, ладно, пофиг. Короче, да, делик провален. С хрустом. Поехали просто в прохождение. Чего, блин? А. Ниже 45%. Они, кстати, изменили менюшку. Вот это с графиком раньше мне нравилось больше. Не знаю, зачем они это сделали. Ну, ладно. У нас... Мы, кстати, уже достаточно далеко зашли. Каир пройден. Стамбул. Да. Почти что 1005 человек не хватило. Блин, печалька. Шанхай и Гуанчжоу. И для Нанкина, Мамкина нужно 500 в Гуанчжоу. Может быть, тогда давайте... Не, поехали в Шанхай. Давайте по очереди, так по очереди. Ёпперсете! Здрасте. К такому жизнь меня не готовила. Я хотел как бы сказать, что сейчас, потому что это Шанхай, тут сейчас будет куча народу, тут сейчас... Тут тебе сходу во всех всегда тебе дается три базовых станции. Тут сходу 5, и на тебе еще две просто потому что. Просто потому что. Угу.
Охренеть, я другого выхода не вижу. Я не помню, Шанхай у нас влияет на дальнейшее прохождение или нет, потому что пока что все выглядит крайне паршиво. Сколько они мне за первую же неделю накидали станций? Я уже даже запутался, было 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 станций. Это еще даже не воскресенье. К воскресенью, по-моему, еще одно появится. Конечно же. Конечно, ну конечно же. Это, по-моему, вот все вот эти вот гипергорода, перенаселенные, это просто кошмар для любого общественного транспорта. Я не знаю, как люди, которые там работают, там справляются. Офигеть. Локомотив. Какие два... Да, два тоннеля. Мне ничего не остается больше. Куда мне даже этот лишний локомотив? У меня всего лишь три бедных локомотивчика. У меня сейчас сеть, которая тянет на, я не знаю, там все пять все пять локомотивов, типа, ну, охренеть. Здрасте. Забор покрасьте. А как? Как в это играть? Вы чё? Это же абсолютно нереально. Ну, то есть... Они просто берут вот так вот пучок станции на тебе в лицо. Ну, так нельзя. Вы чё, ребят? А где? А как? Это сейчас маленький пассажиропоток, а потом игра возьмет, такая подкрутит рукояточку через 2 недели, и на каждой из этих станций будет появляться по 500 человек в минуту, просто сейчас уже вон не особо айс. Ну куда? Как? Локомотив и вагон, пожалуйста. И вагон на зеленую, а локомотив, наверное, второй на желтую. Ну, вроде все впитали. Ну, не знаю, мне прям стрёмно. Зеленого на самом деле можно бы закольцевать. Давайте попробуем. Мне еще один вагон на желтую нужно. Иначе, по-моему, вот вообще будет плохо. А квадратная станция у нас одна. Только одна, в центре.
И куча вот этих свозов на квадратной станции, оно прям... Угу. Эти квадратные пассажиры, они просто забивают мне вагоны, а сами ни хрена не делают. Ну ладно. Да, ты чё? Раз, два, три, четыре. Четыре уникальных станции на карте. А так, по мелочи, все хорошо. Локомотив, да, вагон, да. Вагон на зеленую. И еще один локомотив на зеленую. Мне кажется, это единственный способ сейчас справиться. Желтые с красными, им, конечно, трудно, но они хоть как-то, хоть немножечко что-то разгребают. Красным, по-моему, вообще фигово. Но... Да. Зеленая большая кольцевая, с нее надо разгребать. К тому же к ней подвязаны еще и центральные станции. Если он будет там проезжать транзитом, вот это будет вообще не очень. Поэтому улыбаемся и машем. Ну уж. Надо, чтобы зеленый сейчас сюда как-то доехал. Ладно. Видите, вот эта вот станция, с которой квадратов вообще не собирают. Он просто берет и забивает на них. Ну вот этот заберет квадратов, наверное. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Зеленый внизу, который... Что-то негостеприимно как-то нас Китай встретил. Да, это вот зеленый, который вверх идет, он сейчас чисто квадратный экспресс, смотрите. Он сейчас еще этих подсоберет, там соберет. Главное, чтобы все вместились, блин. Они все могут и не вместиться, у него сколько, не так много мест осталось. Да, одного еще и не впихнули. Их, смотрите, кстати, бег станции немножечко замедлился, то есть кидали, и тут такие, а, ладно, на, поиграй немножечко. А то если будем кидать, ты быстро проиграешь. Воскресенье. Блин, что-то я, по-моему, накаркал, да, про то, что ход станции замедлился. Так, это и... Давайте я переход возьму. Не знаю пока что, куда он мне, но пусть будет. В принципе, догадываюсь уже, куда я его влуплю, да. Вот в эту вот. Так, 500 в Шанхае. И что-то на китайском, сорян, не силен в китайском. Но что-то написано. Кстати, если я правильно понял, что к каждой станции тебе дается надпись на языке той станции, где она находится. Это немножечко прикольный такой плюсик в атмосферку. Здрасте, а ты-то чё орать начал? Вот эту тоже подвяжем под зеленую. Но зеленые, мне кажется, сейчас будут просто перегружены из-за этого. Давайте я на... Ага. Нафиг пойду, например. На красную. Еще один поставлю. Потому что по красной, в принципе, ходит только один. Оно существует как дублирующий. У красной, по-моему, нет вообще ни одной своей станции. Поэтому красную ветку просто дублировать вторым поездом, мне кажется, это была бы неплохая идея. Потому что желтые тоже...
вообще никакущие, они все просто полные ходят. Зеленые единственные, кто развозят, но они же тоже не всесильные. У нас вон уже куча заторов, это все некрасиво, знаете. Что два вагончика, это тоже не панацея. У нас вон, правая часть карты, да, она уже просто превратилась в не знамо что. Сейчас, пока зеленые поезда туда доедут, тут начнется трэш полнейший. Одна штука. Воскресенье. Дайте вагон. Спасибо. По-хорошему, на красный надо. У зеленых слишком длинный путь, к сожалению. То есть пока он туда доезжает, уже всем плохо. К тому же, вот он сейчас здесь треугольных выгрузит. Хорошо, хорошо, хорошо. Пока что вытаскиваем. Не то, что прям целиком, но пока что-то где-то как-то... Здрасте. Станция просто в нигде появилась. Все завязано на квадрате. У нас просто миллионы квадратных пассажиров, которые забивают нам станции. Их всех нужно свозить всего лишь на одну станцию посерединке. И вот эти вот десятки и сотни квадратных пассажиров, которые, смотрите, забивают нам абсолютно все станции, с которыми ничего невозможно сделать, у нас просто не хватает подвижного состава, чтобы это все разгрести. Мы сейчас чисто из-за них проиграем. Ну, то есть зеленый, да, он сейчас... А, он не успеет даже. Водостанция внизу лопнет. Да. Если бы зеленый туда подъехал, он бы ее разгреб, но это на самом деле не решил бы проблему глобальную. Это решило бы нам проблему немножечко локально, но у нас были другие станции, которые... Так, блин, 886 тоже до 1000 не дотянули, печаль. Поехали в Гуанчжоу. Мне кажется, что мы можем себе это позволить. Сходу. Два тоннеля. Хопа. В никуда. Слушайте, я боюсь ошибиться, но Гуанчжоу это, по-моему, тоже Китай. Это ж провинция. Подождите, я сейчас пойду проверю. Мне аж прям немножечко стыдно за свое это... Гуанчжоу. Сорян, засмотрелся, что такое Гуанчжоу, и не провел станцию. История, все дела. Ну да, вроде Китай. Пишут, что да. Ну, начинается. Так, мы на это все потратили три тоннеля. У нас один остался. Пускаем обратный локомотивчик. Ну не надо, блин, ну как... А если я пущу туда...
давайте вот так сделаем. Здрасте. Такой жовто-блокитные линии сделаем. Так, локомотивчик, да. Вагончик, да, потому что тренда вообще все, что здесь происходит. На тебе сразу вагон. Делаем вот так и ставим сюда второй локомоку. Пока что будем спасаться таким образом. Но это печаль. Это прям печаль, да. Я могу себе теоретически вернуть один тоннель. Ну блин. Ты же не будешь утверждать, что сюда нужен тоннель. Вот, все хорошо. Пока что по речечке так идем аккуратненько. Черт, тут надо вывозить 3 круглых станций. Хрен знает куда. Если там квадраты появятся, я их вообще никогда в жизни не вывезу. Да ну нафиг. Что-то как-то так. Придется убрать кольцевую, потом. А как? Вот как? Серьезно, как? Да что ты делаешь-то? На, это сюда. Желтую сюда. И желтую сюда. Это просто трындец. Так нельзя. Вот в прямом смысле слова так нельзя. Локомотив. Да, давай 2 тоннеля, потому что нам уже приходится жонглировать пятками просто. Синюю мы одну продлеваем. Не-не-не-не-не-не. Что ты делаешь? Нафига ты мне левые эти делаешь? Вот сюда, сюда и сюда. Давай еще сюда. Не знаешь, что наверх? У меня есть лишний, да, у меня есть лишний локомотив. Чё ты стоишь там, застыл на станции? Ехай, блин, дружище. Вот это иногда тоже так бесит. Ты их ставишь, если хотя бы 2 станции между ними. Он стоит и не едет, ждет. Красавчик, блин, молодец вообще. Так, нам, кстати, тут нужно сколько? 400-500 человек, что-то такое. Просто много, это неприятно. Да, еще одна круглая, конечно. Давайте еще сюда подсыпем треугольных станций. Ну, мало же, у нас 3 подряд, 3 круглых подряд. Вот это, кстати, больше всего убивает, ну, не то чтобы геймплей, а в принципе, ну, добавляет сложности, когда у тебя там подряд 4-5 вот одинаковых станций, с них потом надо развозить куда-то на другой конец карты, а с другой стороны такие, ну, только другой формы 4-5 одинаковых станций. Ну, блин. Смотрите, 4 круглых станции, здесь 3 круглых станции подряд, здесь 3 треугольных станции подряд. Ну вот, понимаете. А по-другому ты их никак не скомпилируешь, потому что они разнесены хрен знает как. Желтая забита, с желтой надо что-то делать. У нас воскресенье. Вот сейчас ему нужно 3 станции вывести.
Вагон дайте. Сейчас тебе догонят, еще раз дадут вагон, ага. Переход возьму и еще один локомотив закину на желтую. Потому что этот взял, просто транзитом проехал, он уже... Едь, дружище, едь, блин! Как же это бесит. Вагоны нужны. На желтой у меня уже 4 локомотива. Здесь я уже ничего не сделаю. То есть, типа, вообще. Офигенно, уникальная станция. Забери отсюда, фиг ли ты уехал-то? Оно сейчас лопнет. Блин, а как? А ну ты пытаешься туда их направить, они как специально тормо... Не-не-не, начать заново, подождите, это нужно пройти. Ну это, ну какой-то бред вообще. Ну вы чё, ну нельзя так. Сходу четвертую, да-да-да-да. Что-то не знаю, сегодня Китай нас прям потрошит. Три тоннеля. Ну давай сюда. Я так понимаю, что они под конец оставили самое сложное, что могло быть, поэтому сейчас у нас вот такие вот трудности. Еще один тоннель остался. Потому что раз, два, три, три уже мы израсходовали. Классно. Забираем квадратов, треугольники развезет этот. Все нормально, хорошо. Прям вот, вот прям вот как-то жестенько. Жостер. То есть на самом деле, если представить себе вот в таких вот ну, огромнейших городах, в которых население не то что там миллион, а прям больше, представьте, если на общественный транспорт ложится такая нагрузка, то что бы там было, если бы у каждого был бы там, допустим, автомобиль? Не, они бы фактически превратились бы в Америку. И, ну, не в плохом смысле слова, а прям в прямом. Потому что, ну, в Америке же общественного транспорта как такого практически не существует. Они все полностью зависят от автомобилей, и поэтому у них автомобиль это реально не роскошь, а... средства передвижения, поэтому у них автомобилей много, бензин относительно дешевый, и, ну, ничего с этим не поделаешь, у них стиль жизни такой. Не то, чтобы это хорошо, нет, ни в коем случае, но ну, как бы им как-то выживать надо. Так, поставлю-ка я еще на синий один, и поставлю-ка я еще на желтый один. Станция на берегу. Это, кстати, прикольно. Четыре локомотива в одной точке встретились. Ха-ха-ха. Прикольно. И мне кажется, что вот этому другальку нужен вагончик, потому что иначе он не вывезет это все. Дайте какой-нибудь... Нет, я не про это... Вот же, блин, мне пришлось потратить то, что у меня было из-за этого, ладно. Супер. Две уникальных станции расположены максимально разнесенные друг от друга направо и налево.
Офигенно! И как я это сделаю, по-вашему? Не, я прям серьезно, а как? Ну, у меня нет тоннеля. И мне его даже неоткуда снять. То есть, ни один из них я не могу отрезать и сказать, что, ой, типа, смотрите, классно. Этот я еще могу хоть как-то растянуть. Суббота. Ну, там же люди начали появляться, конечно. Ну никак. Вот этот отрезать, я не могу его отрезать. Я понимаю, не ори там, успокойся. О, стой. Есть идея. Локомотив, давай. О, два тоннеля, отлично. Я уже думал как-то тут манипуляции какие-то проводить. Но, в принципе, нормально. Ну, тогда вот так. Ну, я их два взял, два и потратил. Все, молодцы. Сейчас еще на этом острове мне что-то дадут, и все, и зашибись будет. Да, ну нет. Мне кажется, эту карточку мы тоже просрем. Это прям очень сложно. Ну, в общем, если сейчас не получится, то тогда да, оставим ее на следующий раз. Ничего не поделаешь. Ну-ка, вот как-то вот прям... Я сейчас думаю, как бы это можно было бы все сделать лучше. У меня нет соображений пока что. Если бы я как-то мог перестроить... или по-другому. А, уникальная станция, супер. И вот что-то вот стоит там в конце, смотри, тупо стоит в конце, блин, с двумя людьми, и ни хрена не едет. Ну зачем так поступать-то? А сейчас сюда он приедет, у него не будет места, он сейчас вот тут двух треугольников заберет, смотри, тунь-тунь. Конечно, и он сюда приезжает с одним местом. С одним местом, и вот эта станция сейчас лопнет. Это просто трындец. Не, нафиг. Здесь нужно будет... Я даже не знаю, что здесь нужно будет. Короче, ладно. Но нам нужно вот эту станцию пройти, чтобы она нам открыла дальнейшее. Ну, этот город пройти, чтобы он нам открыл дальнейшее. Ладно. Будем пробовать. Пока что это мы, ребятки, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи и добра, поправа. Всем ладушек. Всем покеда.